Друзья, приветствую. Канал Жизнь Деревянная Urban Life. Меня зовут Афанасий. Мы сейчас выезжаем к стаду номер 5. Стадо находится вблизи зоопрогноз Эндебал. Это недропользователи наши. Бок о бок уже живем тут около 10 лет. Так, мы выезжаем на усиление, потому что очень много этих волков. Есть очень много медведей. Идем, вот с дядей Серегой идем вот на усиление. В общем, мы будем где-то, наверное, 5-6 дней. Ну, наверное, максимум 5-6 дней. А до этого мы были в стадах номер 9. Мы там чуть-чуть поработали. И в стадии номер 3 мы там уже были заездом. Просто чай попили. А стадо номер 7 мы там жили где-то ровно неделю. Да. В общем, идет отел важенок. Ну, уже конец отела. В общем, прирост есть. Нормально. Но очень много этих воронов есть. Ну, турак, сордер. Так, ну, все, парни. Вот такие дела. Опять идет снег. А утром была такая солнечная погода, она. Погода была отличная, а сейчас вот, видите, вот идет снег. Ну, все, ребята, всем пока. Всем приятного просмотра. Мы сейчас будем, ну, этот, река Аркачан. Ну, наверное, через часа два мы уже там будем на базе. Ну, всем пока. Это приятного просмотра. Так, мы приехали в стадо номер 5. Это возле зоопрогноз. Стадо номер 5. Сейчас я вам покажу палатку моего брата Слепцова Геннадия. Патрик. Вот так живет наш брат Генка. Они выехали. Выехали. Вчера еще выехали. За оленями. Пока их нет, ждем. Может сегодня вечером это приедут. Или завтра приедут. Пока неизвестно. Будем ждать парней. Вот ее печка. Мы сейчас будем тут сделаем нару. И вдвоем будем спать. Где-то здесь. Какая вот палатка. Так, ну что, парни, смотрите, вот мы уже это сделали, нашу кровать, нару. Мы здесь будем спать двое. Ну, здесь мы будем спать втроем: Гена, Сергей и я. Вот так, смотрите, парни. Спартанские ребята. Очень условия, считай, военные. Спартанские условия. А где мы будем, да? Там робот. Так, ну, вот это мясо, ребята, мясо медведя. Вот это жир. Сало. Чесночок. Вот так вот. Питаемся вот мясом медведя. Хуровая.
мясо чебуков, мясо медведя. Живем, парни, живем. Сергей гадал уже рылар вулла. Да, хрисе. Тонна был, хэвэн ихин. Хэвэн ихин эрги хайда рылар вулла, э? Барака ди. Вот так живет наш Вася Ленивод, который он уже работает больше 30 лет. 40, да? 40, то есть, да. 40 лет, с малых лет, работает в таких условиях. Вот. Это, для него это нормально было в этих условиях, а? Шикарные условия, можно сказать. Хардай, Арге. Эй, как бы вся. Уж кто бы барабан топ топ топ. Баран тут в куда. Да ну что, их надо вон рвало. О, не стали мне. Это не надо вон. Это не надо вон рвало. Какие сурья гады. Когда? Антон ушат камер. Манта тула. 6 километров. Ты нравы ли ты? Нравы ли ты? 4-5 км. А сакал на барака? Антон ушат камер. Мы душа гадан ты ем. Без нравы, какие ты? Не нравы. Ушат тут аварих пыль, а? Все, мы сейчас поймали учиков. Сейчас мы поедем к оленям нашим. Будем использовать квадро до подножия горы. 5 или 6 километров. Василий говорит, что 5 километров. Нужно поехать на квадро. О, так, быстрее и удобнее, наверное. Сейчас мы еще чай попьем и поедем. Погода у нас сегодня пасмурно, холодно очень с утра. 26 мая. Там мы да. Там мы хан гулер холлады бита воллагу. Митсу бисе патрера. Так, олень у нас молодой, поэтому алла. Сергей, а мне когда? Олень молодой, будем, Вася его приучивает. Что? Он у нас будет в качестве ильича. Будет перевозить наши продукты, оружие. Взяли. Ну, не точно молодой, ему 5-6 лет. Поздно приучили, наверное, да? Все? Затянул. Так, наши учихи будем буксировать сибирский вездеход. Вот так вот и завязывает, когда, видите, вот, это не все так просто, ребят. Видите, как все обдумано и придумано, это уже, это, вот это, ребята, написано кровью, но. Это опыт. Видите, вот как они сами привязали. Это так, наверное, делают только авяны тут. Сибирские авяны. Ребята, это написано. Еще раз повторяю, это написано кровью. Кровью написано. Ну что, мужики? Что, мужики, поехали? Ваш хан на бадда. Двое мраса. Да. Нем тамага бадда.
Давай на троху сюда. Манна, 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 манна. Тут, тут, близко, спокойно, вот так. Ого, манна, ого. Так, ну вот мы поднимаемся. Вот туда наверх. Тут наши аллеи. Тут, говорят, тут мало людей. Около 50. Последний так сюда. Так, ну парень, смотрим, это следы росомахи. Вася говорит, что да, всех, наверное, тугутов съел. Всех оленят. Так кто? Правда вы? В общем, росомахи пришли. Ветер, метель. Очень холодно. Вот наш Серега, настоящий следопыт. Очень опытный оленевод. Сейчас вот смотрит следы, куда пошли вот наши олени. Пока ищем, ребята. Были следы росомахи. Возможно, росомаха бегала за оленями, да. Да? Василий. Кто? Канда. Ищем. Пока результатов нет. Перекур, Серега. Ток. В общем, спустились вниз,
Ну, она оленя, вот они наши пошли. Вот они пошли вниз. Вот в ту сторону пошли. Сейчас мы обойдем и посмотрим. Они где-то тут, рядом они, наверное. Мин башчей да краны мин дэнгэ, мэн рааты, бош хам патта тэн. А гэдэ, тэпэдэнэн бэрэн гэшэнэ тэйдэ, дэндэлэхэнэ. Пэдэнэ мэйтэ. Ушак парабэл дэшэштэнэ ябэллэ, э. Чакудэнэ бустарды бэдэнэрэ. Кэдэк ядэ, хады тавлэйдэ. Хады тавлэ бэлэнгэ, э. Тим болэ, интэвэнэ, э. Хады тавлэк тавэнэ хамэ дэдэдэ. Лягат, этим густеку. Кому рахар, это уйдаравейте. Я сангу на балан нанары бидя. На вот тара бол хасустар, бай. Хасустар? Хасустар. Хасустар. Бана баттар. О. Ата кайда кенен нар нар ту удар дуде. На баттар гая баттар гам. Тебен лягат тару бидар тару, ганна бар. Бейт тару бидар гад. Эй, баттар бол ай. Ата юс бурэн гад тару бидар бол. Эй, алгуна на тары еде бұл лай. Гамми. Бұл сөл бұл. Айхал! Урул! Айхал! Айхал! Гиван нару тирек тайка бар бұл дарогуна. Ой, Тысяч километров где? Аллах работал на тайм, да. Оксы. Круто. А ты был бывар, а? Так, все, бросили, бросили. Так, сейчас будем кастрировать, ребята. Сейчас у нас будет кастрация оленя. Нарабиде. Давай. Сейчас будем кастрировать, парни. У них качественные. В общем, его раньше кастрировали, но не получилось, да, у них? Нет, так.
конца. Не до конца, да? А тут там, а там, а попугай. Вот такой вот инструмент у нас. Телятник, говори. Тиски телятник. Да хрява. Надя, не минни, а я. Не. Я могу бусбуки, да. Умни. Карты, что их лет. А ты что? Бензинга. Береди. Бери на, там ну то, как бы стака. Эй, вот маленькая. Ну это побольше совместно. Тоже сейчас будем кастрировать его. Процесс идет, процесс кастрации. Давай. Уронгрогу. Кастрация. Хотя хотел бы на тему там, да, угаикни. Ну, ваша ты. А ты нара вот так. А ты там нара вот так. Ты кюн баллан, да? Кюн баллан, хайри. Лата, он на хатана кукай вон. Лата, он на хатана вон, да? Тебе бы хлуа вон, да? Кикой бат. Дере. Кучан варва. Больно, ребята, ему очень больно. Они бы там баран карта кто то он трор же так, да? 10-15 секунд это на ухан. И второй, да? Ну-ка. Хоп. О, а там мата, хор. Да, держим, держим.
Ага, нет, кадр. Да, все это играет. Да, вот это. Мандак болор был на рай, да? А, ну вот так, тут на рай. Да, я вот, да? Крутка на рай. А мы на меня оттыли, что ли? Да, да, да. Аллам будет. Так. Расслабили на тысячу рейс. Это третий. Где? Кострация. Ох, круто. Так. Сейчас кастрирует Геннадий. Вот. Крыжа, ну так, да. Да, ладно, а? Крутую, да? А там бирин был, бирин бирин, а там куребет был, да? И кидом устака не было, хана было, не ли? Бирин, что было, да? Мост бы хорошо был, да? Вот личинки овода. Они уже летом, где-то начало июня. Они скоро будут просыпаться. Они пока, ну скажем, спят. Вот они. Вот. Они живые, кстати, ребята. Он живой. Вот они, он живой. Скоро они будут просыпаться, и этот... Сколько их на ёлке-палке? Вот они, ребята. Гад! Личинка овода. Ужас просто! И это нормально, ребята, это нормально. А на меду очень страшно это всё. Расскажи, да, Вася. Расстай, Гнатри. Так, оленя впервые привязали, сейчас они будут учить его к веревке и так далее там. Потом будут ездить верхом на олене или на упряжке. Да, Игнат? Красавец, красавец какой, а? Красавчик. Так, у нас, ребята, заброшка соли. Тут соль. Соль для оленей. Для домашних наших оленей, да? У нас два куля соли. Чтобы они тут кормили. Не уходили далеко. Пролопата. Вот у нас соль. Кулек. Тох туга это была, да? Нету. Пищевай сюда, что ли? А там куда же ресторан? Тут
ту забросим, и там дальше еще вот Генка забыл. Генка сыпет соль прямо на снегу. А вокруг вот такая красота у нас. Горы, горы. Тут более чем мало снега уже. Тут с сегодняшнего дня будет тепло, думаю. Сегодня 27 мая. 27 мая. А мы в зимних костюмах ходим. Сапоги у нас зимние. Одежда вся зимняя, да? Да? Ага. Вот такое у нас лето. Якутское лето. Лето в Якутии. Так, а Серега бинокулирует. Тут где-то рядом наши олени ходят. Мы сейчас поднимемся пешком. Вот, долго сюда. И посмотрим. Вот амбарда, помнишь? Вот это, Геннер. Вот это. Да, вот это соль, ребята. Соль. Ох, это был. А там соль, ребята. Она крупная, да? Крупного помола. Вот. Кипендей туго добывается. Это султанский кипендейский соль, оказывается. Дай. Ну все. Десантура. Горный спецназ. Где? Ну-ка, где? Бо. Время жалар болып. Бо. А, не ре. Жалар деп жатыр. А. Қолдар сіңіп жүрді. Десантты көрді. Десантура пошла. Горный спецназ. Тут, да, это она. Тут ещё бы глаз тоже какая. А? Какая тут? Ну тут сказка, ребята, это сказка. А, ребята, подумайте, туй, ё-моё. А, мы не вем, где? Бля. Калар, все равно, бля. Связь забыл, ё-моё, рацию. Один наш десант, он сейчас. Он наверху один, или вот. Он верхом на учек и пошел. А мы идем пешком, потому что верховых оленей нет, ребят. Ну, есть они все больные. Ноги сломаны у них. Спина у них больная. Вообще, нахуй. С этим это проблема. Учек. С учеками проблем. Вот поэтому мы идем пешком. Пешочком только идем.
Якутская батарея работает, парень, смотрите. А вот это дерево мешает, надо убрать его. Кайда. Да не меда. Кай, да не меда. Вот он, да. Вот он. Так, вот это вот сидели. Артем. Сам, да. Не пара. Вот и там нет. Если он тут, он разбит, разве? Ах ты, отлично, конечно. А что буку? 420 метров. Сколько? Да чего по батарее? Я, Анна, батарея. Сигнал, сигнал, бери. Да. Тысяч бегом был. 500 метров. Гордон главный дарит. Вот ты весна. Раз, два, три. Метров сносно. Вот так. Это патрон нас что? Мне тара тайга видло. Естан галла бля, дида на я. Естан, хадар галан галла. Буду видеть, а буга видеть, лоску люди лоску. А бу, то таралым бу. Тей. Сейчас вот там. Буга. Кайни бар, э? Бар. Бар, просто. А так сейчас туда не куда, аллара вот так. А, когда буду тут будет?
газом помогал, делай. Сакрский олень, да? Аликине, аликорре, алигента вам бы. Хотя бы что-то уже похоже, когда вы будете. Да. Так, холодно, не? Хотя бы, да, так. Когда холодно, хотя бы, да, так. Хотя бы, да, так.
Москон тот. Вот. А мне мне бабат такая. А да. Да ну как это блядь? Бабат такая вся. Кал да вон. Алин. Бу кайб кар. Эхо, хуйня. Уже капут тебе. Хуйня, бу глаз бол бат такой бу. Тот. Хана бы мана. А что так, индикса? Эшо на так сюда. А то мана эрбан кейн бол, гендике. Манды гарбек болды. Билле да оган ногын. Эйнне мос уже болды. Дере. Манды канустар. Канустары надо бе. Моску тут билеттіне. Тутта не бе. Вот. Бувара. Понял, да? Поняли. Хоть хай вот так. А то хуй батаба так кэнди. Батаба там, блядь. Батаба там. Хога ты. Па. Ты вот так. Че? Бо. Мастер, мастер-класс. Панталиня, ребята. Панталиня. Ну-ка, показывай, давай. Наган-наган? Угу. Ханка есть где? Да, да, да. Опа! Нож Эрон Лайн, да? Барда. Так, барда. Все? Каддин кан, юрбет. Да ты что? Эмбалага на меня не бывает, а вот ты. Вот хай, ну, 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 ну
Ата, білесі баяпы, да? Хоп, байбақпы түсе. Бүгені бар ба дұры. Та, туғы ба, ба, түгі, әлбі. Қой ке бұл бұл күмарды? Күмар. Очень много уже комар. Комар появился. Снежный комар. Yeah.